Для участия в творческом марафоне в поддержку нефтекамских хоккейных команд болельщикам нужно снять видео или фото с напутственными словами и пожеланиями. Требования к материалам короткие, не более минуты ролик или красочное яркое фото, связанное с хоккейным клубом «Тарос» или молодежным хоккейным клубом «Батыр». Присутствие клубной символики и хоккейной тематики в кадре приветствуется. Лучшие работы будут показаны во время матчей «Тароса» и «Батыра» на видеокубе, а самые талантливые авторы будут награждены памятными призами.